На базе Казанского университета в рамках независимой литературной премии «Глаголица» прошел брифинг известных писателей с финалистами проекта и студентами Казанского университета. «Глаголица» — это один из лучших литературных проектов для подростков в нашей стране. Он объединяет состоявшихся писателей и литературно одаренных детей и создает уникальное пространство для творчества и роста. Нам прислали со всего мира работы, пришло в этом году около 1000 работ. Из этих 1000 работ по каждой номинации отбираются 10 лучших. И вот они уже приглашаются на очную, литературную смену. Школьники смогли задать интересующие их вопросы и обсудить важные темы, касающиеся начинающих писателей. Их интересовало все, от того, как найти вдохновение и какие произведения 21 века могут стать классикой. К детям нужно относиться даже с маленького возраста, как к личности. И здесь они это ощущают. То есть вот эта атмосфера, когда они могут поделиться своими впечатлениями, зарисовками, какими-то заметками с писателями, для них очень важно. Естественно, интересно, потому что это такие люди, с которыми невозможно сидеть спокойно. Очень хочется задать вопросы, и впечатление просто... потрясающе. После брифинга для школьников также провели экскурсию по Институту филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз.